перше питання хочу задати про твій старт, твій початок. Та ти, ну, та в який, ти ж відомий, успішний художник, який працює, ну, так би мовити, з класичними та формами. От, і коли ти зацікавився цифровими форматами, і та що тебе надихнуло, що тебе вразило? Ну, спасибо, что пригласили, да, на этот канал, что вам интересно. Действительно, опыт у всех людей разный опыт, вот, своего собственного развития. У кого-то есть, ну, все такие разные таланты, разные свойства у людей. Вот, есть люди, не склонные к ремеслу, когда там руки не с того места растут. Вот, они в основном там теоретики, да, там, и так далее. То есть у нас, получается, по-разному все развиваются. Вот, но я, получается, когда увлекся рисованием давно-давно-давно, сейчас попытаюсь быстро всю эту перемотать, эту пленку, это было, не знаю, но мне уже там кличка художник был, наверное, с такого подросткового возраста. Все знали, что я хорошо рисую. И ну, по сути, как бы вот я даже не думал, кем хочу стать, потому что у нас в школе все Аврелия, же типа, ну, всех шахтеры, отцы были, родственники, все шахтеры, и вопроса не было, кем ты хочешь стать. Вот, и даже, мне даже не помню, чтобы мы в школе писали сочинение, кем мы хотим стать. Короче, все было предопределено. Ну, когда я стал развиваться как художник, я... В 90-х годах не было у нас красок, ни кисточек, ничего. То есть я инструменты художника осваивал, ну, буквально с нуля, с ничего. Вот хочется рисовать, вот есть такая цель, да, вот масло получается, сам делаешь масло, сам делаешь кисти, сам делаешь холсты, сам делаешь подрамники, сам делаешь все, все делаешь сам. И когда ты все делаешь сам, все свои инструменты ты тоже делаешь сам, то у тебя получается набор инструментов, которых ты прожил, которые ты сделал, и имея вот этот опыт, эту подготовку, к, имея один холст, как ты можешь налажать и сделать какой-то галимый холст? Это без вариантов, просто у тебя один холст, который ты вымучивал, у тебя кисточки там две, где там, в общем, все, и ты, получается, всю душу отдашь, вложишь, потому что у тебя один выстрел, один холст. И, конечно, это не есть... Как бы все хорошо и все ну, плохо. Есть и хорошее, и плохое везде, одновременно. Хорошее в чем? В том, что есть осознанность. Плохое в этой ситуации в том, что человек боится испортить. И нет легкости. Хорошее произведение искусства в любом жанре, вообще в любом. Вот, то ли это кино, фото, мультики, там, не знаю, что хоть, что угодно. Оно хорошо, когда оно не вымучено. Хорошо, когда оно качественно. Но вопросы качества – это отдельная тема разговора. Что такое качество? Он, конечно, это разговор качества имеет прямое отношение к инструментарию. Какой инструментарий? Как бы, ну, качество. Да? Многие говорят, ремесленники, 50% успеха – это хорошо подготовленное место. Хорошие там разложенные даже инструменты – это уже 50% успеха. Да, это так. Но качество все равно у всех разное. Качество того продукта. Можно, многие плохое свое качество просто маскируют под стиль. Либо многие хотят казаться мастером, потому что мастер не старается. И многие художники просто имитируют, что они как бы, смотрите, я не стараюсь. А что там, короче, да, что рука одна в кармане, другая там типа с пивком, а эту, да пошли все нахер, это мой факс и систем, короче, там типа сейчас... Намажу, короче, я не стараюсь, понятно. Как бы тем самым философской какой-то такой парадигмой он намекает интеллектуалам, что не старается как мастер. Мастер, мастеру как дышать. Зачем ему стараться? Он прожил свою жизнь, и ему как дышать. И вот многие, конечно, хотят переступить все вот эти ступени развития, сразу расслабить булки и чувствовать себя мастером, типа мазнул мазок, принимайте меня таким, какой я есть.
Вот видите, краска потекла, там еще что-то. Какая-то, ну, короче, то есть все как бы признаки нестарания налицо. Ну, чего, вот. Это, конечно, и в этом тоже есть прикол. В этом тоже есть хорошее. Что хорошее в этом? Полностью принятие самого себя. То есть ты настолько как бы, психологически так хорошо к себе относишься, ты себя принимаешь вот таким, и ты как бы даже какие-то даже претензии имеешь к обществу. Смотрите, я-то себя таким принимаю. Вот и вы меня тоже таким принимаете. Ну и здесь уже пошел отбор. Как бы друзья, не друзья, свой, чужой, принимать, не принимают. Там какие-то, ну, как бы по системе ценностей выстраивается какая-то комьюнити и так далее, и так далее. И получается круг людей, которые все-таки будут как бы хвалить и это. Вот так и люди делятся по каким-то кружкам, по интересам, как говорят. Кружок по интересам. Но там в этом кружке по интересам почему-то все равно круг такой, знаешь, где все друг друга хвалят. Даже как бы из вежливости. Но принимая друг друга такими, какими они есть. В этом тоже ничего нет плохого. Но, в общем, это к чему? К тому, что инструментарий. Мы говорим сейчас об инструментах. Тем, кто типа выделывается, короче, думает, что он мастер и хочет всем, короче, сдули в кармане, всем показать, что он, короче, всех вертел и на всех начхал, короче, и он вообще на систему, там, на деньги, ну, на все, что как бы так хочется стремиться разрушить наш, как бы, душа настоящего панк-рока против всего, короче, вот это... «Hey, you suck, you can't understand, I wanna just kill a man», короче. И вот это, понимаешь, это рычаги машин. Вот эти, все эти рычаги машин, этот инструментарий, который для того, чтобы показать факт свой, их не нужно там особенно, там, что-то, какую-то одной кисточкой можно всю жизнь, короче, ляпать. Там, их даже пофиг, тут просто идешь в строительный магазин, выбираешь любые валики, любую там краску, любую все, абсолютно пофиг. Что такое технология живописи? Да кому это известно нафиг вообще? Кто будет вообще задумываться, какие краски нельзя смешивать? Да кому это надо? Это мы, конечно, все это переживали, выплюнули и забыли. Я это уже и забыл 300 раз. Но мне это одно время было очень интересно изучать. Какие краски можно смешивать, какие нельзя смешивать? Для чего? Для того, чтобы было, блин, меньше работы потом реставратора. Чтобы они с ума не сошли, не проклинали. Что ты, блин, короче, да как же можно было смешивать эти краски? И то есть в этом какая-то ответственность. То есть инструменты – это ответственность, это уважение, любовь к своему делу. Вот чувство любви, оно как бы идет через осознанность, к какое-то уважение, какой-то ритуал. Ритуал в этом есть, да. Ритуальность. И это все инструменты, у меня ассоциация вот с этим всем. Что такое инструмент? Это какие-то предметы, которые просто, ну, вообще, это, конечно, я склонен все, много всего мистифицировать, я склонен что-то преувеличивать, может быть, на то я художник, я люблю гиперболу, люблю все делать пафосным, потому что я художник-монументалист, я люблю пафос. И пафос в хорошем монументальном декоративном произведении делает просто это произведение великим. Это уже инструментарий другого порядка. Инструментарий то, как мы делаем. Инструментарий отбора смысловых контрастов. Инструментарий, какие контрасты мы используем. Мы используем свет, цвет. Это тоже могут быть инструменты. Мы используем тон, мы используем ритм и так далее, и так далее. Этот инструментарий мы сейчас обсуждать не будем. Я подвожу к чему? К нашим цифровым технологиям, как вообще к этому всему пришел. Просто я уже столько собак съел, сейчас на улице столько собак нету, короче, сколько я съел собак на всяких подобных материальных, каком искусстве, короче, вот именно всякие эти валики, эти краски, это все то, что можно пощупать, весь этот материальный, короче, став. Я достаточно хорошо попробовал разных инструментов. И заграничных, привозил из Лондона, привозил из Америки, итальянские холсты, краски, короче, да все я перепробовал, короче, все. И я как ремесленник, в принципе, состоялся. Я уже иногда, я просто по дружбе реставрирую картины. То есть такой процесс реставрации, который, блин, ну денег стоит реально.
А я просто, ну, беру там за короткий промежуток времени, там, бесплатно людям помогаю, реставрирую картину, потому что я знаю, как это делать. Я уже эту материю я просто чувствую. Так вот, пережив это все несколько раз, я хочу тоже как-то развиваться. Я не хочу стоять на месте. Мне хочется развиваться. И под развитием я подразумеваю скорость. Во-первых, это все нужно ускоряться, короче. Ну, банальные вещи говорю, но тем не менее. Мир ускоряется. Мы все ускоряемся. И обработка информации, поглощение информации, это просто ускоряется большими такими темпами. И сейчас уже мне кажется, что такое время, что поздно рассчитывая только на себя, что ты можешь одна персона выдать на гора такой объем контента, который будет достаточен для того, чтобы продержать в тонусе популярности и как бы успеха одного автора там, хотя бы там, год. Ну, мне кажется, что это, если мы говорим о целях инструментария для художника. Ну ладно, там инструментарий, да, но все-таки над этим всем стоит цель, и получается, куда ведутся эти инструменты, для чего мы их используем. Так вот, иногда, ну, как бы надо начинать все-таки с этой цели. Что мы должны, там, какая цель бывает у художника? Да, в принципе, как у всех людей. Деньги или власть? Все. Ну, иногда любовь. Хорошо, третий вариант. Деньги, власть, любовь. Ну, это такое, знаешь. Любовь тоже понятие. У всех разный опыт любви. Вот. И у всех так, ну, блин, такая разная любовь. Вот. Но власть тоже бывает разная. Власть над умами людей. Говорить, чтобы тебя поважно слушали. Там, например, я, ну, проорал недавно, там, не то, что недавно, это давно уже, блин, полгода назад мне звонят, говорят, вас приглашают на радиопередачу «Говорит Жадан». Я реально проорал. Ну, если он говорит, то, блин, ну пусть сам вам говорит. Как бы, какая власть уже у человека, капец. Это просто какой-то, вы что, уже просто, блин, диктатура громких, я понимаю, мы сейчас живем в диктатуру громких. Но уже просто беспалево какой-то диктатор говорит Жадан. Я понимаю чувство юмора в этом всем, как бы даже стёб над диктаторским режимом, еще что-то, да мне пофиг. Но если человек как бы, ну короче. Поэтому вот эта вот власть говорит кто-то, говорит там этот, или говорит Минин сейчас там что-то там говорит. Это все, я никогда не стремился вот подобной власти, чтобы прямо вот меня слушались, там прислушивались. Да мне пофиг, у всех свой путь. Вот реально, все эти люди, которые сейчас просмотрят эту передачу, вот реально, я просто желаю вам одного – чувствовать, где ваше по душе, а где не ваше. Вот и все. Чтобы вы как бы свой путь вот определяли, как бы шли, и да и все. Остальное все, если вот есть, конечно, какие-то лидеры мнения, которые на вас влияют и вдохновляют и так далее. Так вот, цель, да, власть. Мы обсудили деньги. Тоже может быть целью этого всего – заработать деньги. Для чего, как говорит Тистал, шоп-шо. И вот это шоп-шо, тоже хорошо бы подумать и ну, честно себе признаться, шоп-шо. Чтобы за деньги потом власть купить. Или что? Ну, как бы, как распоряжаться деньгами? Я ответил на этот вопрос себе так, и мне нравится мой ответ, и мне как бы дает он дальше энергию жить и что-то придумать, работать, чтобы вот именно развиваться. Развиваться и шагать в ногу со временем, осваивать современные технологии. Это просто интересно. Даже тут, как ребенок играет с игрушками, все вот эти новые игрушки, новые инструменты для художников, это очень интересно, потому что они ускоряют, они во многом упрощают всякие интересные процессы и облегчают твой полет фантазии. Ведь если действительно есть у вас идеи и любовь к этому процессу игры. Искусство – это игра. Многие там играют, заигрываются по-разному, даже все там играют свои роли. Но игра, которую я играю, мне очень нравится, я в восторге от монументально-декоративного искусства, от этого ритма. Я смотрю на эти композиции, я композитор в душе, я люблю там песни придумать, там в Инстаграме иногда выкладываю там композиции музыкальные свои, все. Постоянно композиции, композиции, композиции. Да я тащусь от этих греческих ваз, от сложных, многофигурных, больших фризовых, там разных композиций. Я слышу эту музыку, я смотрю
Это талантливо или не талантливо? Насколько торжественно, пафосно звучит эта музыка, нарисованы вот эти композиции? Диего Ривера, Ароско, Сикейрос, вот это мои герои. Вот это музыка. Мне это нравится. И мне хотелось бы сочинить какие-то такие композиции, которые тоже как-то так интересно бы звучали. В общем, и людям было бы, как бы образно говоря, смотреть на них или слушать их довольно долго и не надоедает, чтобы людям было как-то интересно, может быть. В общем, короче, такая вот у меня цель. И вот с 2015 года, когда стали как-то обращать внимание коллекционеры на мое творчество, там картины стали покупать, и понятно, что получился какой-то ритм производства картин. И вот я не скажу, что, например, мне надо сильно много там производить. Или мне там... Потому что у нас покупательская способность такая уж большая. Где-то в 2008 году покупательская способность была, ну, в два раза больше, чем сейчас. И есть такое понятие у французов, я услышал, стеклянный потолок. И вот у нас коллекционеров в Украине, ну, вот столько примерно, плюс-минус. И вот один купил, второй купил, третий купил, четвертый купил, ну, одну-две работы. Все, коллекционеры закончились. А дальше что? Называется стеклянный потолок. Бац. А мир-то большой. А надо выходить на другую орбиту, на другие страны и так далее, и так далее. А выходить на другие страны, те ребята, которые сидят очень тихо в Украине. Деньги любят тишину. Тихо-тихо. По тридцатке тысяч долларов в месяц и по сороковнику зарабатывают, мы их никогда не узнаем в лицо. Они будут ездить на ржавых Део, они будут ходить пешком, в метро будут ходить, но они будут тихо-тихо из Китая по тридцаточке иметь. И вот они на Китае там пачками эти картины шуруют. Вот это, ребята, о деньгах. Вот это вот что такое мануфактура. Вот у них свой инструментарий. Это тоже об инструментарии, о том, как можно увеличивать объемы производства. Мне увеличивать объемы производства на такие вот масштабы пока не нужно. Я на Китай не вышел. В других странах я засветился, но не больше того. Я не встроился ни в одной из систем. Допустим, в Америку надо встроиться, надо быть американцем. Это отдельная тема разговора. И у меня тоже такой дорогой опыт. Я потратил много денег. Те все деньги, которые там с 15 года там как-то мне капали за продажи, я все потратил на авиабилеты. Я все прокатал. Потому что мне было интересно понять, что в мире вообще творится, как люди там живут, как в Европе, как, что. Я ездил на разведку, просто не жалел, там, не ждал каких-то там, высасывал с пальца какие-то гранты, там еще что-то. Реально деньги есть, сел, поехал. Так вот, это дорогой опыт. И этот опыт есть. То есть, это, ну, это отдельная тема разговора. Жизнь в Америке там, и так далее, художники. Как, почему люди встраиваются, почему не встраиваются, что нужно, чтобы встроиться, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, материальное искусство. Это все я про материальное искусство говорю. Для оборота материального искусства. Я видел, что такое оборот материального искусства в Америке. В Майами, например, был там в гостях у одного скульптора, который делает, представьте себе, там 4 метра там, высотой, оригами из металла, такой прокатный листовой металл, примерно 3 миллиметра. Швов я там не увидел, а я дотошно все рассматривал. Я внимательно, и как технолог, пытался понять, как это сделано, без вариантов. Качество недостижимое для Украины. Вопрос качества – это тоже отдельная тема разговора. И согласитесь, вопрос качества – это тоже вопрос смежный с инструментарием. Так вот, несмотря на все амбиции, талантливых людей в Украине действительно много. Наших людей, наших всех художников нужно уважать, потому что их талант ничем не хуже всех талантов всех остальных художников, абсолютно. На уровне какого-то интеллектуального, экзистенциального какого-то даже опыта или таланта мы действительно достойны принимать участие в конкурентности, в этой гонке. Но качество продукта, извините, мне есть чем смотреть. Мне насмотренности хватает. Мы не конкурентоспособны. И вот даже в живописи. Вот так вот я так скажу. За редким исключением. Так вот,
чему это? Да, да, так вот, эти прокатные металлы, скульптуры, все такое, я подофигел. Стоит клеймо 17 из 50. Это значит, что уже мощность производства у него такие в этом мануфактуре, что все эти мексиканцы, я не знаю, сколько там на него работает, они уже, получается, 17, это 17, значит, 16 точь-в-точь копий, удар в удар, уже проданы, а мир большой. Сколько ни закинь туда, в него и 100 копий поместится. Вообще-то, ну, хорошим планом, видишь, он поставил тираж 50 экземпляров одной скульптуры. А мне там до сих пор еще кто-то там пытается с пальца высасывать какие-то претензии. Мне не вошел в тираж. Он тираж. Да пошли вы знаете куда, короче. 5 экземпляров – это вообще не тираж. Это не тираж. Поэтому это просто, знаете, такие вопли завистников или каких-то таких вот хейтеров. Типа, ой, тираж 5 экземпляров. Ой, сука, как меня так уморят. Вы просто не видели мир, какой огромный мир. И для этого огромного мира 5 экземпляров ни о чем. Так вот, значит, да, тиражность. Получается, что какое-то время мне нужна была какой-то инструментарий для того, чтобы тиражность как бы повысить. Но потом я столкнулся со стеклянным потолком возможностей материального искусства, понял, что интегрироваться в мировой арт-рынок так интегрироваться, чтобы мне нужно было повышать при мощности производства, нанимать мексиканцев или Tajik Magic, или еще кого-то, короче, чтобы там реально, ну, или просто я предпочитаю не дешевые рабочие силы, я предпочитаю просто комьюнити друзей, и вот говорят там, типа, с друзьями не нужно иметь бизнес. Да мне комфортно с друзьями иметь бизнес. Я уже обжигался на друзьях миллион раз, да ну пофиг, ну, в общем, вот я за такой все равно бизнес какой-то, чтобы всем все были в плюсе. И вот все это материальное искусство меня вымотало. Реально вымотало. Я много денег потратил. То есть я бы не сказал, что это было выгодно. Нет, мне было просто интересно жить. Мне было просто интересно жить вот в этом ритме, в этом амплуа и, ну, как-то найти себя в этом мире. Что я понял? Мой дорогой опыт привел меня к тому, что все вот эти мои мечты, которые я с 2007 года вынашиваю, мечты о том, что мои шахтеры будут символом майнинга. Как еще тогда, в 2007 году, майнинг позиционировался как наука о поиске информации в море информации. Вот. И я это самое вот как-то себя всегда пытался отождествлять, что шахтеры – это не должны быть символы какой-то конкретной географии, там, Донецкой области, там, и передавать тяжелую судьбу шахтеров. Нет. Это должен быть какой-то все-таки экзистенциальный, какой-то странный, маргинальный, еще какой-то символ майнинга как процесса, который, блин, никогда не закончится и будет актуален. И сейчас его актуальность тоже так скочит синусоидой и набирает обороты. Ну, ладно. В общем, это довольно интересная тема. Я где-то с 2007 году начал в эту сторону дышать. Начал в эту сторону копать. И в 2007 году я сотрудничал с Московской галереей одной, работал в Москве. И уже там я узнал, что, представьте, 2007 год, что люди уже с 99 года работают над контентом для дополненной реальности. То есть тогда еще, в 2007 году, дополненной реальности еще, я первый раз узнал об этом вообще в Москве, там, что это такое, что и как, но думаю, да ладно, это самое, что, типа, чего? И они уже 7 лет, конторы, в них вливались деньги, айтишники сидели, пилили контент для дополненной реальности, потому что говорили, что, ну, то есть это просто конторы, которые очень заинтересованы приблизить то время, когда будет аугмент очки, ну, гиперинтернет и все это, все остальное. Они все ждали, думали, что это будет гораздо быстрее. Как вы помните, были такой как бы фальш-старт с этими Google Glass, я не помню, сколько лет назад. Так вот, для того, чтобы очки вышли, нужно не только хорошую батарейку, которая будет там заряжаться там беспроводным путем от всего подряд, и процессоры, все мозги и все остальное, но нужно еще контент, на что у них смотреть. И получается, те люди, которые параллельно развивали технологии, параллельно также развиваются конторами реальный контент,
это все вот это реклама, все остальное. Короче, футуристы об этом очень хорошо знают. Могут много футуристы рассказать, что будет, когда будет интернет, гиперинтернет и дополненная реальность. Как мы будем этим пользоваться и бла-бла-бла. Так вот, тогда я подумал, вау, так, подожди, я занимаюсь монументально-декоративным искусством, мне это нравится, это у нас всю жизнь. И вот, я вообще такой, типа, однолюб. Вот все полюбил, хочу посвятить всю жизнь монументалке, все. Но она уже не нужна, как инструментарий популяризации, там, рекламы, как идеологии. То есть раньше она была конкретной, там, инструментом, мы как раз говорим про инструментарий. Вот инструментом может быть целый жанр. Вот жанр монументально-декоративного искусства в основном использовался как инструментарий популяризации идеологии, например, или в храмах, там, это сакральные какие-то, да, реклама, по сути, комиксы. «Жития Христа» для тех, кто не умел читать. Мы вам сейчас комикс нарисуем. Вот смотрите. Вот сначала пошел сюда, пошел туда, пошел туда. Вот такие вот, ну, можно это сказать, это сакральное искусство, в принципе. Ну, если назову это монументальное декоративное искусство, тоже не ошибусь. Так вот, потому что композиции там Джота и, ну, мне очень нравится это, как его сакральная живопись. И периода византийский, когда императора, вылетел с головы, Константина. И вот этот период, я специально изучал, поехал даже в Каппадокию, там с друзьями поехали, жили в этих пещерах и рассматривали вот эти композиции. Я об этом могу долго рассказывать. Короче, люблю я это, капец. То есть я этим живу, этими композициями, мне нужна эта музыка. Вот, и секундочка рекламы, па-пам! Один из ныне живущих композиторов, художников хороших, чьи композиции мне очень нравятся, это Фикус Антониус, вот класс, он, конечно, ну, вот он композитор. Композиции нравятся, на это самое еще, интересные коски, классные ребята, это самые классные художники из Украины, самые по-честному, самые популярные, достойные внимания, по-честному международно известные. Вот, и там единицы, кто из монументалку там закончил, из Академии Харьковской, я знаю, из композитора, такие композиции прикольные, там, например, Нина Мурашкина, она вот, ну, так классно делает, тоже композитор, короче, есть такие хорошие ребята, если вы не знаете, обратите на них внимание, вот вы поймете, о чем я говорю, что такое композиция. Вот, так вот, мне этот жанр нравится, монументалки, и я подумал, все, нужно интегрироваться в виртуальную реальность. Для того, чтобы в виртуальной реальности создавать монументальное произведение по всем законам жанра, а не просто там какие-то эффекты. То есть лучше обуздать эффекты под какие-то цельные произведения вот этого жанра, чем просто эффекты ради эффектов. И законы жанра пытаться использовать и в среде виртуальной. Я, это, конечно, руки потянулись к шлему виртуальной реальности, и раньше мы просто там пилили в 3D Max с другом, вот, потом я сейчас, ну, довольно неплохо уже работаю в этом Oculus Media, в этом медиа, но там все равно это все-таки какие-то скетчи, конечно, качество вытянуть, ну, сложно из этого всего. И я сделаю какие-то скетчи, а потом их допиливаю в других программах. Вот. И для чего это все? Для того, чтобы просто успеть зафиксировать свои идеи, быстро их открраш-тестить. Потому что краш-тест любой идее не помешает. Даже если многие художники, вы, дорогие зрители, считаете, что вы безусловно талантливый, гениальный человек. Попробуйте покритиковать сами свое произведение. Открраш-тестить его хорошенько. Выдержит ли он вообще элементарных каких-то вопросов? Если выдержит, ну, сделайте это произведение как бы крепче. Вот, и тогда оно пройдет и будет жить чуть дольше. И вот таким образом, и где-то примерно 2010-2011 год, в 2009 году я выпустил манифест, посвященный, ну, майнингу. Это где-то даже зафиксировано, это осталось где-то в каких-то газетах. И там я делал выставку «Шахтерский фольклор» и говорил об этом, о майнинге, там все. Это был еще 2009 год. И сейчас, на данный момент,
я уже все ближе к тоже долгожданной своей мечте, которая уже вряд ли кого-то удивишь. Но когда я ей загорелся, это было где-то лет 5 назад, это было для меня самого типа вау, как какое-то такое нестрымное такое желание вот ее достичь. А какая именно мечта? Конечно, с помощью искусственного интеллекта, научить искусственный интеллект создавать именно композиции, те композиции, которые, ну, будут видны. Ну, такие классные. Вот именно смотришь на них и думаешь, да, класс. Я бы так не придумал. Потому что во всей этой игре, которой я очень сильно увлечен и люблю с всей душой, также я люблю эффект случайности. Иногда я использую инструменты, которые позволяют мне этого эффекта случайности добиться. Но это уже мои фичи, это уже мои инструментарии, это уже такая фишка, как авторская такая находка и так далее. Потому что эффект случайности очень освежает работу. Просто освежает для самого себя. Если бы у меня не было вот эффекта случайности, я бы просто, не знаю, то мне было бы просто тупо скучно это все делать. Это что это? Ради денег вот это вот все делать, ребята, ради денег. Ради денег можно на Китае шарашить работу. Вот это ради денег. Ради денег это немножко другой разговор. Поэтому здесь вот так я пришел к этим и всяким инструментариям, шлем виртуальной реальности, потому что они стали просто доступны. Я купил там буквально сразу появился Oculus Rift. И, появился у нас, кстати, в Харькове тоже хороший такой персонаж, Никита. Вот. Никита Худяков, да. Никита Худяков, да. Мы как-то с ним сразу пересеклись, познакомились, и вот он помог мне там шлем этот самый купить, он показал, как он работает, все. Никита вообще такой миссионер, так сказать, активный миссионер тоже подобного инструментария в городе Харькове. Вот, и ну, он сейчас, благодаря его такой активности, ну, многим помогает, художникам, прям многим расширяет сознание в этом смысле, потому что я это подобной такой работой практически не занимаюсь. Вот, у него есть такой талант, он вообще прям этим хорошо занимается, у него прям это все прекрасно получается, молодец. Да, я сподіваюсь, з ним теж в нас буде розмова, от, він розповів, як про, ну, бо він же і в Києві теж організовував VR-покази, от, і сам. Та останнє – це краш-тест, тобто в певному роді створити в VR-і роботу – це подивитися на неї збоку, та, ну, задати самому собі питання, а що виходить? Да. Ну да, получается, например, даже если берешь, например, тебе кажется, что такая пластическая форма, скульптурная, она вот, вот типа, ну, хорошая идея. Вот она бумаге, она хорошая. Вот попробовал, сделал ее, покрутил, отмасштабировал относительно стафажа, там, какой размер оптимальный выбрал. Потому что наши амбиции, амбиции художников, они заключаются не в каких-то там понтах, еще что-то, а именно в этом стремлении и в этом уверенности, что должно быть вот именно вот так, именно вот такого размера. И у меня есть все ответы на ваши вопросы, почему. И вот это и есть амбиции. Когда ты доводишь дело до конца, до какого-то такого своего качества, которое ты стремишься делать. Потому что даже на моем жизненном опыте, вот так, как художники, очень много было компромиссов. И вот эта компромиссность, это, конечно, это значит отсутствие. Если бы я был более амбициозный человек, я бы не шел на многие компромиссы. Но для того, чтобы пройти немного дальше, мне приходилось идти на разные компромиссы и выпускать, так сказать, производить, материализовывать свои идеи немного не в том качестве, в котором они должны быть. Но ради того, чтобы как бы пройти дальше, придумать что-то другое. Вот, поэтому, и вот именно реализовать свои какие-то амбиции в виртуальном пространстве для меня стало возможным, и для меня достаточно. И я абсолютно не волнуюсь, будут ли они продаваться, не будут ли они продаваться вот в цифровом виде. Конечно, там год назад всех бомбануло, начала продаваться. Да слава Богу, аллилуйя.
пошла волна, короче, всякого рода качества. Да, блин, флаг в руки, чуваки, давайте оседлайте эту волну, кто там это самое на волне. Фух, слава богу, что это... Наконец-то это произошло, и вперед. Это, маєш на увазі, зараз хвилю NFT, так? Non-fungible token. Да, это все, это все возможности людям получать идеи, деньги за свои идеи, по сути. Не за качество холста, не за качество там, а вот за качество идеи в первую очередь. Это будильник завел, короче, чтобы не пропустить встречу, я завел неправильно, причем, потому что, ну, я забыл, что киевское время немножко другое. Так вот, что, да, качество идеи, я сбил. Та, що ну, цифровий спосіб там в VR це такий краш-тест, і NFT це така продаж ідеї. Вперед, короче, у людей столько денег в мире. Ребята, у людей столько денег, что не удивляйтесь, если вдруг кто-то там что-то как-то ну, продает, на ваш взгляд, слишком простые какие-то вещи там. Слишком, ну, просто сделаны за какие-то дурные деньги. Блин, да пусть продают, короче. Потому что, ну, много чуваков, которым некуда слить эти деньги. Они нашли друг друга, бац, у них все получилось. Главное это самое, если у вас есть какие-то другие более серьезные амбиции, там, сделать что-то более качественное, интересное, вот это класс. То есть, ну, добейтесь своего качества. Но единственное, что хочу просто вот как бы посоветовать. Я понимаю, что я ненавязчиво, как бы просто, может кто-то услышит, кто-то нет. Не сильно не раскормите слона, пожалуйста. Потому что своего слона я раскормил, а теперь мне, чтобы прокормить своего слона, если вы понимаете, о чем я говорю, это мне надо капец. То есть я выставил уровень качества, например, вот такой, который, например, месяц нужно просто не спать, делать композицию. И я, когда, получается, интерес к моему творчеству появился, покупательский, у меня накопленность была, у меня был такой жирок творческий. Это сейчас у меня на интернете засиделся, реальный жирок появился. А тогда у меня такого жирка не было, у меня был творческий жирок, у меня было дофига этих композиций разных интересных, которые просто лежали в столе и ждали, короче, когда они будут нужны кому-то. А теперь, получается, как бы, о, мы хотим новых от тебя картин, новых. Я раскормил слона. А теперь получается, чтобы следовать этому темпу, новая композиция сложная, новая. Но без искусственного интеллекта я не знаю, как я вырулю. Поэтому он мне реально нужен как инструмент, который поможет мне выдать хотя бы 70% готовый эскиз, который мне понравится, и я потом его уже допилю. И тогда... я смогу в этот темпоритм как бы дальше продолжить, может даже да, у меня будет шанс выйти на международный рынок. Потому что выходить на международный рынок нужно быть подготовленным психологически и быть заряженным на вот такой подобный темпоритм. Нужно иметь реальный движок производства всего. Потому что не дай бог, вернее, как бы дай бог, конечно, чтобы у всех получилось, но вот, а если вдруг получится? И завтра придет, допустим, какой-нибудь куратор из японской галереи и скажет, значит так, мне вот эта картина нужна в количестве 100 экземпляров, вот это нужна дата, значит, расписываем выставки, значит, у вас в год примерно будет там 20 выставок в год, и на каждую выставку как минимум 20 картин, например. Это опять же за материальное искусство, вспоминаю. Вот, и значит, то есть испугать могут объемы того, объемы шоу-бизнеса, ну, международного шоу-бизнеса, ведь искусство тоже шоу-бизнес, просто могут испугать. И люди, ну, наши художники, к сожалению, они не глупые, нет. Они просто живут, мы живем в разных измерениях. Мы меряем наши возможности в полуподвальных помещениях теми холстами, которые можно вынести из лестничного пролета. Это одно измерение. Многих пугает цифра там $2000, там типа за эскиз. Ну, это мы в этом измерении живем. А чувак, тот, про которого я вспоминал, который в Майами живет и продает скульптуры по миллионам долларов, у него в обороте миллионы долларов. И это для Америки нормально. Он не понтуется ничего, но он мне говорит,
Блин, я так мечтаю раскрутиться, стать известным. Мы живем просто в разных измерениях. И все. Вот перед, так сказать, Всевышним, перед Создателем, перед вечностью мы одинаковы, а живем в разных измерениях. Обидно. Обидно, конечно, что иногда более талантливые люди не имеют никаких возможностей и прозябают в этом измерении, тратят самое ценное, что у них есть, их время. Время идет в никуда. Вот это обидно. Смотришь на талантливых и понимаешь, что этому бы человеку возможности вот те американцы, это была бы пушка. Но так устроен мир. Какие-то капли дождя падают вам на нос, какие-то нет. Вот и все. То есть здесь тоже здесь столько всего должно совпасть в пространстве времени, чтобы был успешный, удачный художник и художник такой, который, в принципе, обогатит вот эту жемчужину, развивающуюся в раковине нашего мира, и жемчужина станет еще красивее, и он что-то принесет в этот мир каким-то образом новые парадигмы, новый ряд, образный ряд, системный ряд или какие-то новые переживания, не знаю, новые переживания, вряд ли. Ну, в общем, вы поняли, о чем я имею в виду. Какой-то такой, оставить такой прикольный культурный след, на который будут потом ссылаться другие, пользоваться, в конце концов. Напишите такую песню, чтобы потом как это помогло людям, чтобы люди в пешеходных переходах метро пели, зарабатывали себе 50 гривен в день. Помогите людям, напишите такую песню. Вот то же самое художники, это прямое тоже отношение имеет. Спасибо Мишке в Сосновом Бору. Спасибо тебе, Айвазовский. Спасибо. Потому что очень многим ты людям дал хлеб. Столько копируют тебя, того Айвазовского, это продают копии, и люди просто с этого живут. Эти Мишки в Сосновом Бору, не знаю, в миллионах экземплярах разошлись. Люди, понятно, нелегально там это все копируют, продают. Вот, вот таким образом пригодится этому миру. Это тоже неплохо. Придумать что-то такое, что потом станет какой-то такой попсой, в плохом смысле, в хорошем смысле, неважно, но оно чем-то станет в этом эфирном пространстве. И вот эфирное пространство сейчас действительно оно меняется, оно ускоряется. Оно вот из этих вот маленьких вот этих вот экранчиков, и сейчас эти экранчики, они превращаются просто как ключи такие, через которые мы входим во что-то, нечто большее. То есть создаются вот эти вот виртуальные пространства, которые не многие к этим привыкли, к этому инструментарию популяризации собственного искусства. К этому инструментарию, каким инструментарию также, ну, пиара, скажем так, потому что богатым людям, которые приобретают цифровую недвижимость и украшают свою цифровую недвижимость цифровым произведением искусства, так же, как и всегда, нужно как хорошо, красиво козырнуть. Они же не повесят что-то там, ну, куда-то. Непонятно чего. То есть они, понятно, тоже используют попсу, культурные коды, узнаваемые, которые сразу как бы придают статусы. И все это, блин, никуда не денется, все это статусы, пока мы не придем к какому-то мега, какому-то неосоциализму, но пока мы к этому, не знаю, когда мы придем, когда это будет неважно. Но пока что, мне кажется, когда люди еще как-то делятся и хотят делиться типа на интеллектуалов, неинтеллектуалов, и вот эти культурные коды никуда не делись, вот на этих культурных кодах очень много будет держаться. Так что это тоже инструментарий в каком-то смысле. Так, цікаво дізнатися далі. Якщо VR – це як краш-тест, то потім є одна можливість продавати в цифровому вигляді, так? Ну, поширювати в цифровому вигляді. І це потрясающе. Що окрім NFT – та ви використовуєте, а інше, я був нещодавно в Одесі, і там в Зеленому театрі та стоїть скульптура, чи це, ну, і так, я подумав, що там, може, це теж створена вона була цифрова, її надрукували. Да, саме так. Це була зроблена, ну, ідея нарисована там спочатку, а потім ми зробили її в 3D. Есть еще несколько композиций с этими регбистами, там и многофигурные композиции есть разные. Вот, и, по-моему, одну эту многофигурную композицию я использую на выставке в это V-Art. Мы, вот, да, тоже, кстати, да, V-Art – это приложение для популяризации, для продажи цифрового искусства.
для того, чтобы просто, в конце концов, там, сделать свое пространство, сделать свою галерею там, и кидать ссылки не на сайт, а на собственную галерею в виртуальном пространстве, и люди могут ее посетить. Мы этот ресурс пилили примерно 2 года, и еще до этого NFT-хайпа. То есть NFT-хайп только появился, мы уже как бы немножко на опережение шли, то есть он довольно-таки мощный ресурс, он на игровом движке, то есть там это все недешево было, это все мы не стремимся просто крикнуть первыми, о, мы первые, потому что, в принципе, это уже не прокатывает, да какая разница первые, главное, чтобы это все качественно работало классно. И это раз. Во-вторых, ну да, ну, в каком-то смысле так хочется быть, конечно, первым. И часто это бывает действительно так, но потом инициатива перехватывается, идеи, мягко говоря, заимствуются. И тот, кто самый ушлый, быстрый, пронырливый, берет твою идею, идет куда-то там, просто делает какое-то говно, извини за выражение, просто из говна и веток, сделает ничто, но зато большую яркую вывеску. О, мы первые, мы сделали вот все, факи-факи, мы первые. Люди приходят, они, знаешь, этот процесс даже как-то портит, портит вообще, вот, ну, как, блин, это нечестно. Люди такие, о, мы так долго ждали, вы сделали платформу для, там, виртуальной платформы, ну, да, приходят такие, короче, на эту платформу, тысяч раз, а все сыпется, все не работает, потому что это все сделано на сайте, все так, оно, а еще вот это мы все это ждали, да, фу, то есть, плохое качество в этом плане, девальвирует саму ценность, идею, как бы, сам концепт, принцип того, как это может быть, как это могло бы быть. И вот мы со своим VR там медленно очень развиваемся, потому что мы пытаемся пилить нормальное качество. Ну, конечно, поскольку это все делается за свои деньги, и это все так медленно получается, происходит, так шаг за шагом выходим на международный рынок. И я думаю, что, конечно, сейчас очень много у нас конкурентов, много платформ появилось разных. Ну, в общем, одной платформы меньше, одной платформы больше, но что-то выживет хорошее, выживет, и людям будет это проверено временным, также люди будут этим пользоваться. Я надеюсь, что мы в этом плане, у нас хорошая такая база, хороший фундамент, и там мы можем выдержать разные такие краш-тесты, которые можно предоставить время, или требования международного арт-рынка, а не просто, ну, такая красивая вывеска. Поэтому было бы неплохо, если уж в качестве на правах рекламы у нас после нашего встречи где-нибудь будет линк на вот эту VR-программу. Просто реально протестите ее, попробуйте. Да, нет. Если какие-то прям такие, ну, что-то не нравится совсем, ну, просто напишите мне в личку, там, напишите, скажите, блин, да что это за фигня какая-то, лажа, там, еще что-то. Мы пытаемся это все исправить. Мы, ну, пытаемся сделать, чтобы это было хорошо. Потому что, ну, вот нет смысла делать плохо. Банально, но факт. Вот. Что там у нас? Да, уже. Да. Ну, несподівано, я готувався до розмови про VR-хаб у Харкові. Хочу дізнатися, а про зв'язок з VR, там я забув, ти в VR, ти як співзасновник цього проєкту. Ну, так круто. Можливо, ну, та ще тоді про VR сказати з точки зору, ну, це теж як перевірка ідеї, така платформа, чи... Ні, ну, ми зараз от випустили таку бета-версію маркетплейса і NFT. В общем, постепенно, но очень уверенно двигаемся, развиваемся. И, ну, что-то хорошее, надо долго это все пилить, долго вынашивать, ну, и собирать долго хорошую команду. У нас сейчас, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, хорошая, короче, команда собирается, очень людей. И поэтому мне вот, ну, все шансы. Закройте дверь, пожалуйста. Все шансы, что все-таки все получится хорошо. VR лучше отдельно поговорить. Mm-hmm. Есть такое, реально, вот зайдите по ссылке, скачайте, попробуйте, протестите. Да, нет, там какие-то косяки мы все будем со временем переделывать. И вот. Поэтому по поводу хаба в Харькове. Так получилось, что у меня, в общем, люди позитивные из Киева,
которая хозяева бизнес-центра «Южный». Пригласили меня расписать стену в бизнес-центре «Южный». А так было, так получилось, что у меня в то время не было мастерской, и они являются такими не поклонниками, а вот людьми, уважающими современное искусство Украины, не только мое. Они поддерживают нескольких там разных людей, разных художников, которых я даже не знал, но до этого в Украине. То есть они просто выбирают некоторых людей, их поддерживают. По сути, такое меценатство. И вот они на правах вот таких вот подобных мне говорят, а тебе, может, мастерская нужна? Давай попробуем поколлаборационировать. Вот мы тебе предоставим часть помещения, вот, и попробуем что-то сделать. Раскачать этот район, потому что район индустриальный в Харькове, это район Южного вокзала, недалеко от Южного вокзала, и в ту сторону вот, Полтавского шляха, ну, в противоположную от центра, получается, там, где вообще ну, трэш. И люди туда, нормальный айтишник и всякие там, в общем, не зайдет в этот район так просто, потому что его испугает просто. Это мир шиномонтажа, бомжей, каких-то пьяных и какого-то такого брутала, который непонятно, короче. То есть, ну, нормальный человек с чувством самосохранения там тыняться не будет. И вот в этом, получается, районе есть бизнес-центр. Вот, откуда ни возьмись. Мир шиномонтажа и трэша. Я такой, банс, пьем, бизнес-центр. Понятно, что все уважающие себя айтишники и конторы, и фирмы стремятся быть на проспекте Ленина. Проспект Мира! Так вот, ну это было раньше проспект Ленина, да. И это я вот. Проспект Науки теперь называется. Блин, как к нему привыкнуть. Теперь называется проспект Науки. По сути, это центральная улица Харьковская. То есть как бы Сумская – это историческая такая главная улица. А теперь, на мой взгляд, это главная такая деловая улица. Это проспект Науки и все конторы, офисы и фирмы, которые вдоль этого проспекта, это просто типа лакшери Дубаи. Вообще все, это наш типа силиконовая улица, короче. Там на все айтишники там. Вот. И, конечно, там классно жить. Там классный уровень жизни. Там Саржин Яр и... И, в общем, действительно, если жить где-то в Харькове, то это в районе Саржиного Яра. И поэтому, если это офисы не там и не в центре, и не где-нибудь в центре, то все остальное как бы мало кого интересует. Поэтому туда мало кто ходит, в этот бизнес-центр Южный. И вот там вот мы открыли такой мини-нарт-хаб. Я хотел назвать по-другому это пространство, чтобы не доминировать и не было такого бренд-нейминга навязчивого. Но поскольку это не от меня зависит, и это не моя собственность, я ее не выкупил, то выбор, как назвать это пространство, уж извините, это тоже компромисс. Поэтому те люди, которые это сделали, они попросили, чтобы ну, примерно как-то они хотели видеть это. А мне тоже нужны такие возможности. И для меня эта коллаборация просто прекрасна. Я буду всегда благодарен этим людям за подобный риск, потому что всегда подобные штуки – это риск. В общем, встретился бизнес и человек такой из мира искусства и начали коллаборационировать по чесноку. И вот, ну, мне очень понравилось, как они сказали, делай, что хочешь. А я всегда хотел сделать VR-баттлы, проводить VR-баттлы художников. Зачем? Зачем? Я боюсь сейчас растягивать наш разговор на очень долго, но также стремлюсь поделиться полезной информацией. Есть два вопроса. Как и зачем? И вопрос «зачем» — это такой сакральный. Потому что как плывет пароход куда-то там, или там как работает шлем, это мы можем за недельку выучить, как он работает. А вот если вдруг кому-то в душу глубоко западет этот крючок, вы заглотнете экзистенциальный этот крючок, слово «зачем?», оно попадет вам в душу и, не дай бог, кого-то отравит. Потому что многие художники, они склонны к такому вот инфантильным размышлениям, а зачем это все, а зачем это все, а зачем мне это все делать, зачем, чтобы быть богатым. Да фак это эти деньги. Зачем? Чтобы иметь власть. А многие тоже не стремятся к власти. Они сказали, да фак это власть, короче. Все люди придурки, типа. Fuck everything.
И получается, вот этот сам зачем вопрос, очень многих людей убил. Убил их талант, убил их желание развиваться. Я видел это, эти смерти буквально на глазах. В течение времени люди испарялись, все, в мясо. И если вдруг вам болит этот вопрос, у меня есть только одно лекарство. Вспомните, чем мы в детстве могли любили заниматься в детстве. Именно в детстве. Что у вас в детстве, какой процесс, какая игра вас отвлекала от всего мира? Вы не хотели ни кушать, ни заходить домой, ничего не делать, кроме, конечно, каких-то компьютерных, каких-то бегло стрелять. Хотя, может быть, и это. Вот состояние потока, полностью раскрывающееся, вас очень важно чувствовать состояние потока, оно обычно в игре. И вот если вы не относитесь к искусству как к игре, то я не знаю, чем помочь. Отравленным вопросом «зачем?». Потому что у меня тоже довольно большой, достаточный груз всяких вопросов, внутренних конфликтов. И когда начинает меня тут мучить вопрос «зачем?», я просто отключаюсь, начинаю играть. Я играю с композицией, я играю с новым инструментарием, я играю. И в процессе от этой игры интересной мне получается что-то интересное и интересное. Разве есть этот вопрос «зачем?»? Во-первых, играть и выиграть. Вот мой ответ на вопрос «зачем?». Ну и так, мы тоже отвлеклись. Так вот, зачем, вот как определить, художник хороший или плохой? Вот я начал «зачем?», я вообще начал вот эти вот батлы художников «зачем?». Затем, чтобы получить инструмент, который позволяет многим людям понять самих себя относительно других. Все познается в сравнении. Любой конкурс – это циркуль, это сравнялка для познания. И вот, чтобы и другие познали, и ты сам себя познал, и вот, вот такой как бы аккумулировать свою энергию, в эти 5 минут выйти, показать свои навыки, проявить свой талант – это нужно достаточно хорошее чувство юмора, смелость, чувство юмора относительно самого себя, уметь признавать проигрыш, поражение, быть просто адекватным, не каким-то там амбицилом таким. Да пошли вы все, там, типа, я там самый талантливый. Нет. Это в основном участвуют те люди, которые ну, психологически к этому абсолютно нормально относятся, и это полезно иногда проигрывать. И вот эта прокачка, в первую очередь, тех людей, которые хотят развиваться, их мобилизирует, они быстрее думать просто начинают. А для зрителей это хороший инструмент для сравнения. Так кто же все-таки классный художник? И в моих интересах, и не то, что в моих интересах, нет, я, да, мне интересно какой-то такой инструмент, который бы помогал людям разбираться, где хороший художник, а где плохой художник. Потому что я в своем опыте увидел слишком много плохих примеров манипуляций с людьми. Когда берут беспомощных зрителей, которые не имеют этого инструмента, сравнялки, на что-то опереться, что-то там, как понять, это хороший художник или нет. Потому что понять, какой артист хороший, актер, какой нет, нам проще. Какой музыкант хороший, какой плохой, нам тоже просто понять. Какой художник хороший, какой нет, понять гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Там уже включается, за него вписывается просто интеллектуальная поддержка, какие-то кураторы, какие-то там, ну и так далее, и так далее. Там. И он, человек обрастает каким-то комьюнити, который его хвалит, его восхваляет. И вот это вот верите этому? Да ладно, да ну нафиг, ну что, у вас вообще своего мнения нет или что? То есть, ну уже помимо своего мнения, какой-то инструментарий понятный, когда человек действительно бац, попадает в другую среду, это из зоны комфорта выходит, он попадает в среду сравнения чистоты идей, чистоты остроумия и какой-то фантазии элементарной, которая хорошо, когда у художника есть. Вот эти вот, по этим критериям я могу понять, хороший художник или нет, есть у человека талант или нет, и какой. И вот лично для меня, вот зачем я вот, продвигаю вот эти батлы художников. А уже все потом, остальное потом. А остальное что? Это в первую очередь, это зрелищно, это прикольно, это не глупо,
Это, конечно, не киберспорт, это не для всех, но это интересно. И вот там мы там сделали, даже специально, я хотел, чтобы это было спектакулярно, чтобы это было красиво, сделали ринг, сделали такую комнату, чтобы была атмосфера, передавалась это все. Мы провели несколько репетиций, один такой достойный был вечер мы провели. Но даже чтобы провести достойный вечер этих батлов, я своих денег потратил больше 20 тысяч гривен, там около 30 тысяч гривен ушло. И я подумал, что один раз можно так гульнуть. Но я не миллионер, я обыкновенный, нормальный художник, который выживает. То густо, то пусто. Поэтому, когда бывает там картина, как это продастся, есть какие-то средства, я думаю, ах, типа на позитиве, давай попробуем, давай сейчас проведем один вечер, чтобы хотя бы посмотреть, краш-тестнуть, что мы имеем, что мы можем, с кем мы можем это делать. И вот для такого творческого эксперимента, разведка боя, мы провели один достойный вечер. Вот такой, по-серьезки. Он вот примерно столько стоил. Сейчас мы можем оптимизировать, это будет стоить дешевле, там это будет стоить уже, там, допустим, 15-10, но тоже 15-10 где-то вынь да положь, где-то надо эти деньги где-то достать. Писать эти гранты, да, мы писали гранты, но, ребята, реально, я не хочу эти гранты, такая грустная история, об этом вы говорите, это все просто, мне проблемы не нужны. Если я буду сейчас рассказывать нашу историю со всякими грантами и так далее, реально, просто, вот мне проблемы не нужны. Так, добре. А ну, саме та, яка форма цього? Тобто два художники, кожен має вершовом, і вони в Adobe Medium чи... Ми в Tilt Brush, і два проектора, та й публіка сидить. Да, публіка. Тобто, виходить, виходять люди на ринг, становиться по углам ринга. І говорять їм, допустим, вони одели шлеми, все, готові. І тема у нас така, наприклад, там, жилець вершин. Все, есть 5 минут. Они такие, опа, и нужно симпровизировать. На эту идею что-то быстренько нарисовать. Там, конечно, прокачивается не только навыки, но от этого очень много зависит. Но вот видно остроумие. Потом, когда заканчивается, люди представляют свою работу, учатся работать со зрителями, учатся как-то достойно делать introduce yourself, просто представлять работу, рассказывать о ней, говорить, общаться. Вот, и там уже, получается, судьи решают, кто победил, кто нет. Ну и, конечно, зрители. И порой зрители, ну, реально очень бурно, классно реагируют. И все верно, потому что все слишком очевидно. Все понятно. Все становится так понятно, что как божий день. Поэтому это хороший инструмент для прокачки и для сравнения. VR-батлы художников. Так же, как, конечно, Red-батлы, которые стали популярны, конечно, больше всего после этого гнойные там этот самый и Оксимирон, после этого величайшего так, батла, там многие на них тоже обратили внимание, но это вот ноги оттуда растут, и это, ну, прикольно, конечно. Мне нравится этот жанр. Дуже дякую за розмову. Там закінчилось питання, які можна артикулювати, і та й бажання прийти, там, якщо буде в Харкові, та й буде якась подія до вас туди. От, і, ну, та теж... Буду рад, буду познайомитися лично, звісно, приходіть. В общем, якщо там на пару дней можно вписаться, там даже переночевать в хабе. В общем, это у нас есть и для гостей специальные кровати, и у нас душ есть, там все. Так что мы сначала вообще с моим другом одним, с Димой, хотели сделать посольство художников. А посольство художников – это отдельная тема разговора. Эту идею придумал не я, это идея 98-го года. В общем, там те люди, которые придумали, их уже нет в живых, и в честь, так сказать, в дань уважения к этим людям, мы хотели продолжить их идею посольства художников, потому что сейчас она стала возможной его сделать. И вот получается, что в принципе вот наш хаб, это как он работает как посольство художников. Там можно пожить. Вот у нас художники там из Нью-Йорка приезжала, там жила весь месяц, потом еще жила с Киева, люди приезжают, живут, работают у нас прям. И какая-то такая резиденция получается.
Многие люди в Харькове с трудом понимают, что у нас происходит. Ну, вот в такой вот я просто плохой организатор. Я не могу объяснить, что у нас происходит. И мне нравится. Но иногда у нас что-то происходит интересное. Иногда что-то очень странное. И какие-то концерты. Ой, что у нас только не происходило. Мы, конечно, были просто в поиске своего формата. И, в общем, я предпочитаю, когда меньше, да лучше. Вот приходят люди, которым нужно развиваться. Вот они пришли, говорят, нам нужно развиваться. У вас есть какие-то новые инструменты, говорят. Я говорю, да, попробуйте вот эти инструменты. Даже просто элементарно, ребята, вот этот большой мольберт на колесах, который мы сделали, на котором можно просто взять рулон ватмана вот так вот раскрутить во всю ширину, отрезать ножом, прибить степлером. Ну где у вас еще есть такая возможность под хорошим правильным углом сделать, порисовать просто мягким материалом на большом размере? В квартире не порисуешь. Вот в проме даже такого нет. У нас или инструменты элементарно. У нас есть такие несколько мольбертов. И когда проходит рисование с натуры, люди приходят, кто-то сразу хочет сработать большое пространство, они рисуют на этих больших мольбертах. Это инструмент? Да, инструмент. Элементарный? Да, тупо, сколотили из дерева. Но это инструмент. У нас есть такие инструменты. У нас есть инструменты на шлеме виртуальной реальности, и мы уже перепробовали все. То есть мы там, у нас есть HTC Vive, у нас есть всякие окулусы там разные, короче. Вот, все вот эти подобные игрушки, конечно, самых там дорогих таких вот нет, ну, довольно достойный компьютер для рендеринга и такие небольшие инструменты есть. Так вот, люди приходят за развитием, вот. А что нам еще интересно в этой жизни успеете делать? Ну, пытаться что-то на максималках выжать из себя все, что можно. И инструменты нам в помощь. Так, классно. Тоді та дякую за віртуальну зустріч і до якоїсь та до наступних зустрічей. Желаю всім не болеть вот этим вопросом, зачем, не слишком задумываться. Все в жизни вот как-то через игру получается. И играйте и выигрывайте. И инструментарий новый осваивайте, потому что учиться не перестаем, учиться осваивать новый инструментарий тоже хорошо бы. И многие, которые сопротивлялись цифровым технологиям, как только попробовали, там, буквально насильно некоторым одевал шлем, говорю, пожалуйста, вот попробуйте. Вот, ну, это реально некоторым изменило жизнь. К лучшую, в лучшую сторону. Ладно, ребят, все, спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Пока.